привет! Добро пожаловать на мой канал, рада вас видеть и также буду видеть ваши комментарии, которые вы мне оставите под этим видео. Не забывайте заходить внизу в инфобоксе, потому что я оставляю полезные ссылки и также ссылки на видео, которые, возможно, вам пригодятся и получите вы из них некую информацию, которая вам будет нужна или в дальнейшем просто пригодится. Чем это видео будет? Я хочу вам показать продукты, которые я купила в Америке. Я уже показывала эти продукты в одном из видео. Я добавлю ссылку здесь или внизу в инфобокс. Не забывайте заходить в инфобокс, потому что я еще раз повторюсь, я оставляю там полезные ссылки на видео, которые вам пригодятся. Итак, давайте перейдем к тем продуктам, которые я хочу вам показать, который я приобрела в Америке. Взяла я два продукта косметических, они предназначены для губ. Это блеск для губ, он матовый от компании Revlon. И давайте я сейчас вам каждый продукт покажу. Вот так выглядит блеск для губ. Прозрачный футляр, можно увидеть, сколько осталось продукта внутри. Здесь написано компания Revlon и то, что блеск имеет матовый эффект. Спонжик имеет конусовую форму, очень удобный, кстати говоря. Спонжик очень мягкий, не жесткий, так что губки он не будет царапать. И давайте я вам покажу свотч. Цвет очень приятный, нейтральный, матовый. Для создания дневного макияжа он очень шикарно подойдет. По поводу стойкости, очень стойкий, по крайней мере на полдня он вам хватит. Губы он не сушит, по крайней мере мне, мои губы он не сушит. И не утяжеляет, и не утягивает, и я могу спокойно покушать и попить. Не особенно стираемый он. Если, конечно, вы заметили, что он немножко стерся, то можно, конечно, подмазать. А так, в принципе, я практически его наносила утром, и только вот днем, где-то в 3 часа, я немножко его подправляла. Белые полоски я не замечала, так что очень шикарно, мне понравился этот блеск для губ. Следующий оттенок уже немножко такой темноватенький, он скорее всего подойдет для вечернего макияжа. Если вы, допустим, планируете на вечеринку или в гости, на день рождения или просто на свидание, он отлично подойдет для долгого вечернего времяпровождения на ваших губах. Спонжик также имеет конусовую форму, очень мягенький, не царапает кожу, очень хорошо наносится, так что отличный вариант для спонжика. Как вы замечаете, такой более темноватый оттенок, но очень шикарно сделает акцент только на ваши губки. Для сравнения я сделала маленький эксперимент, я недавно приобрела от компании Faberlic, тоже матовый оттенок, тоже который долго сохраняется на губах, и могу вам сказать, что Faberlic не отстает от этих блесков для губ, он в принципе даже с ними подружился, и могу вам сказать то, что этот блеск для губ от Faberlic и эти два блеска от Revlon, они в принципе одинаковые, немножко, конечно, по текстуре это более такие крепежи, они как бы долго сохраняются, а Faberlic немножко такой увлажненный вариант, но тоже сохраняется на губах довольно хорошо. Здесь форма такая приплюснутая, можно посмотреть и сравнить, вот можно посмотреть, насколько форма здесь разная. И по поводу спонжиков, можно заметить, что они различаются. Верхний спонжик это от Faberlic, он вытянутый и приплюснутый. От компании Revlon он имеет форму конуса и немножко, как бы говоря, к концу немножко приплюснутый. Давайте я сейчас вам покажу свотчи. Еще раз я, конечно, покажу свотч от компании Revlon и также от компании Faberlic. Сейчас я вам покажу, просто хотела показать вам разницу при нанесении и плюсы, конечно же, цветовая гамма будет, конечно, разная, но просто хочу вам показать разницу. Первый мне пойдет свотч от Revlon. Видите, текстура такая более плотная и наносится сразу же таким слоем. Можно не второй слой не делать. Так, и теперь свотч
от Faberlic. Можно заметить то, что от компании Revlon сразу же, в принципе, слой такой более уплотненный. От Faberlic он идет не сразу уплотненный, нужно, конечно же, немножко его подмазывать, что получился более такой эффект, что не надо подкрашивать по второй раз. Закончить. Спасибо всем за просмотр, спасибо вам всем за комментарии. Если вы не хотите пропустить новое видео, то подпишитесь на мой канал. Если видео вам понравилось и вы хотите поделиться своими друзьями, можно сделать репост в Instagram, Facebook, на Twitter, поделиться своими друзьями или просто это видео добавить в избранное или в свой плейлист. Спасибо еще раз всем за просмотр и за комментарии. Всем пока!